Ну-ка, давай-ка смотрим. Ну. Так. Параметры. Что у нас здесь? Блин, сейчас переключусь и опять нахрен все. Так, ладно. Тут все есть. Яркости. Яркости добавим. Ну, вроде бы. Так, управление. Мышь. Так. Так, наклон. Наклон. Поворот, перезарядить, убрать оружие. Так, последнее оружие. Пистолет, автомат, винтовка. Быстрая загрузка, быстрое сохранение. Принять. Так. Дополнительные тени. Так, это ладно, это мне... Не особо. Ох, давно не было, да, давно не было. Так. Тунис. Операция «Факел». Средние. Накануне этого великого события я передаю свои наилучшие пожелания каждому солдату из войск союзников. Нам выпадает честь нанести удар. Удар за свободу. Мы служим справедливому и праведному делу. И я абсолютно уверен в успехе наших операций. Ибо правда на нашей стороне. Нам остается ждать только одного. Победы и только победы. Ой, много хотят. Много. Так, мне туда надо. Это нахрен забрать. Ой, оккупировали пока нахрен. Не был, дочь у меня тут все оккупировала. Ладно. Начинаем у нас. Миссия. 20 февраля 43. Послушай, Бейкер, нам нужно удержать эту линию в Кассерине, и нужно сделать это сейчас. Это нападение прошло в таком беспорядке. Это наша возможность показать Роммеле, что у штатов кишка не тонка. Берегись. Да. Смотри на дорогу, солдат. Кто-нибудь, этому человеку нужно медицинское лечение. Бейкер, мы должны провести наших саперов и танки через проем в проходе и вывести отсюда этих фрицев. Воздушная разведка обнаружила большую немецкую базу как раз на этом пути. Мы должны узнать, где фрицы установили свою артиллерию. Мы будем совершенно слепы в этом шторме, поэтому если мы не узнаем их точное расположение, у нас нет ни единого шанса. Может, ты спросил, какие шансы? Мы вытягивали. Пришла пора. Ступай и расчисти для меня путь, сынок. Задаем по первое число всех. Блин, это у меня слишком ярко.
брифинг. О, сетевая. Нет. А вот назад. Можно. Так. Давай. Освещением нахуй. Так. Блин. Ну-ка, а по-русски есть? Нет. Дополнительно. Простые модели, эффект, ну блин, так-то кривые изгибы, так, консоли, следы, субтитры, субтитры есть. Ну-ка, не блепан. Даже сказать-то нехрен. Вроде нормально. Блин, вот только по-английски то нахуй. Я в танк могу сесть? А задача была... Бейкер, этот броневик прижал нас к стене. Возьми за этот танк и разнеси его в щепки. Ну-ка, не понял, не понял ни хрена. Бейкер, этот броневик прижал нас к стене. Возьми за этот танк и разнеси его в щепки. А у меня кончились. Давай, блин.
Минутку. Сейчас мы тут подберем, соберем, узнаем, кто тут есть. Опять об колючку эту. Как она открывается-то? Давай. Ой. Вот сюда, значит. Так, ты должен был вот так пройти. Ну давай. Не понимаю, конечно, что тут у меня тут в упор все. По-английски нахрен написано. Пришли, так и уходим. Все. Кто там был? Убегайте. Не понял.
Так. Еще разок. Так. Где вы? Вроде неплохо. Пока неплохо. Что такое мутное? Слава богу, ты здесь. Наши ребята из первой бронетанковой дивизии направляются сюда с севера. Ты должен проверить этот бункер на наличие разведки и отрезать их линии связи, чтобы они не смогли вызвать подкрепление. Да я так собирался. Подожди. Отсюда я пришел, вот сюда мне. Все.
Все раскрывачили. Какая-то задача не выполнена. Пароль, что ли, у вас там? К дочери. Я все разнес. Не понимаю, что надо сделать. Понимаю, надо было бункер зачистить, но я зачистил. Где-то я что-то не выполнил, да? С этим я разобрался. Вот эти пути надо было уничтожить. Задача была выполнена. Все. Блин, один человечек оставался, вы представляете? Охренеть, из этой скотины назад пилить пришлось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, за эту пустыню тут вообще все так это. Песок этот не видно ни хрена. Из одного человечка. Куда? Вот, я неплохо забахал. Вот,
Отлично сработано. Найди точку и держись, Серж. Мы направляемся в сторону прохода на Кассирин. Ва-ха! Классненько, да. Продолжаем. А что ты там развалился вот так, как будто нахуй ты войну выиграл. Бананы пешие бегут. Меня как барина везут. Я правильно заслужил. У нас тут 1.30 движется, но он разбрасывается минами, как сумасшедший. Если мы замедлим наше занятие, их артиллерия просто сожрет нас с потрохами. Артиллерия, отступаем! Сержант Беккер, продвигайтесь вперед и уничтожьте их артиллерию. А когда закончите, снова присоединяйтесь к этому отряду. Страшного не случилось, не произошло. И тут, кстати, кто-то так вот побег, когда ой, у меня что-то с этими плохо. На винтовочку переходим. Они что же там перевели? Ах ты, кинь. Выскочит, так выпрыгнет. Так. Охренеть. Так. Да.
Осталось на одну орудие. Где-то он куст стреляет. Не мощно, не сильно. Подожди. Там еще хрест выкрутит. Виснет. Подвисает. А, бомбы. Мины разменили. Молодец. Отличная работа, сержант. Давайте пошевелим этих ребят и подчистим эти мины. Или что, или я должен на первом месте. Thank you.
приехали, мы приехали. О. На мине! Разведка, которую ты перехватил раньше, сообщила, что это один из ключевых складов боеприпасов Ровеля. Давай, дуй туда и начинай фейерверк. А пока мы починим эту жестянку с болтами. Нормально так я с пистолетом-то. Патрон взял. Чего мне по патрону? Какая хватает? Ладно. Нифига. Подожди. Твою мать. Я даже не заметил первоначально. Все-таки прыгать не надо. Взяли одну гранату. Взял. А как мне взять?
Да тихо ты. Черт, не то. Дебил. Что, можно было подорвать, что ли, нечто? Нет, ладно. Что у нас тут есть? О, гранаты. Понятненько. Консерву. Твою мать! Уходим. Отличное время, сержант. Мы все здесь уже заштопаны. Хорошо, ребята, пора двигаться. Встретился с танковой колонной. Мумынков что-то нашел, что-то играет. Продолжаем Рад, что вам удалось, Бейкер. В этой крепости есть несколько британских военнопленных. Нам нужно, чтобы вы возглавили группу внутри. Освободите британцев и возьмите на себя управление фортом. После этого вы можете встретиться с нашим человеком внутри, Клаусом Непфер. Клаус является агентом под прикрытием, который доведет вас до форта, не привлекая слишком много внимания. Похоже, команда спасения уже погружается в лодки. Рядовой путь поведет вас к лодкам. Ты пока пузаришь там. И следуйте за мной, сержант.
Так, едем дальше. Мне надо сюда. По мне бы стрелять не будет. Вон там, сержант. Ух ты, не стрелял сюда. Пристрелите этих птиц, пока я тут плохие на весла. Откуда? Кто? Так. Ну, ты бежать, я тут твою мать. Берегись! Опа! Они там! Берегись! Это мы знаем, что не так. Вон они! Вон они! Они вон там! Руки вверх! Бам! Вон там! Берегись! Вон там! Ага, вы не ангел, как раз вовремя. Вы целое утро поднимаете эту чертову неразбериху. Так. Ну давайте же, выводите нас, да пошевеливайтесь. А, подожди. Выводите, мне надо как-то их выпустить. Вон там! Огонь! Куда? По кому? Так, задача была выпустить. Хрен твою, что там, накалякано. По коням, ковбои, дадим прикурить этим подонкам. Ого, ого. Угу, угу, ага. Вот что вызнала яга. По коням, ковбои, дадим прикурить этим подонкам. Вон там! Мы его сейчас по-другому тогда взорвем. По коням, ковбои, дадим прикурить этим подонкам. Огонь! Ну блин, берегись! Ни хрена то вы без меня не можете. Так. Это уже забавненько. Они там! Берегись! Огонь! Берегись! Вон там! Вон они где! Перезаряжаются! Осторожно! Что-то.
Давай-ка я пойду. Печку пока возьму. Вот так. Берегись! А вы там нахрена тут нужны? Прикрою тебя! Огонь! Понятненько. Я не помню, кто там мне так стрелял. Это. Неплохо. А, мы здесь были. Ни хрена мы кружок-то сделали. Так.
Похоже, мы теперь хозяева в этом месте, ребята. Мы удержим эту зону в безопасности. Очень сильно. А их тут нету. Давай сюда. Нет. Вы сержант Бейкер? Мои союзники сказали, чтобы я ждал американца. Ну а я тебе кто? Немцы отступают, направляясь на север в сторону точки карьер. К сожалению, именно туда нужно отправиться и нам. Я поработаю над тем, чтобы раздобыть нам транспорт. Следуй за мной, да помалкивай. Подожди, помалкивай. Остановитесь здесь. Подождите, пока пройдут танки. Ну, конечно, под танки делали. Не хотел бы попасть. Хорошо, вперед. Пока рано. Я не спешу. Сейчас вперед. Вон наш грузовик. Теперь нам нужно будет замаскироваться. У меня есть кое-какие паспорта, но мы... Следуйте за мной. Охренеть. Давайте, давайте. Шнеля, шнеля. Шнеля, шнеля. Сюда, поторопитесь. Да бегу я. Беги, кали, что ли? Шнеля, шнеля. Охренеть. Дверь заперта. Задержите их, мне нужно 30 секунд. Блин,
врата, но мы... Следуйте за мной! Давайте, давайте! Шнеря, шнеря! Сюда, поторопитесь! Давай, камень. Шнеря, шнеря! Давайте, давайте! Дверь заперта! Задержите их, мне нужно 30 секунд! Заперта. Задержите их, мне нужно 30 секунд. Патроны кончились, охренеть. Так. Дверь заперта. Задержите их, мне нужно 30 секунд. Давай. В эту дверь, скорее! О. Сюда, поторопитесь! Фу. Вот ваша новая форма, и возьмите новые документы. О, блин. Теперь вы итальянец, герой войны Джина Карелли. Говорить, с вашего позволения, буду я. Так. Ну, что ж. Спрячьте ваше оружие, чтобы не вызвать подозрений. Я везу Джина Карелли, итальянского героя, по ходу на Геную. Nehmen Sie den LKW hier.
Полезай в грузовик, Джина. Не понял. Хайдем Фалталанд. Я везу Джина Карелли, итальянского героя, проходу на Геную. Ich muss Ihre Papiere sehen, Herr Corelli. Entschuldigung. Nehmen Sie den LKW hier. Полезай в грузовик, Джина. У них тот грузовик сел. Нам удалось. Теперь не слишком расслабляйтесь. Это были только цветочки. Самое интересное начнется тогда, когда мы доберемся до точки карьер. Пока. Полухи. Мы направляемся на немецкую верфь. Нацисты отступили. На одном из их грузовых кораблей есть документы, которые содержат списки вражеских военных сил в Сицилии. Эти планы должны быть у нас. Высшее командование нацистов не должно знать, что документы у союзников. После того, как захватите эти планы, отправляйтесь в трюм корабля и потопите его. Zeigen Sie mir Ihre Papiere, alle beide. In Ordnung. Wenn Sie auf das Boot wollen, müssen Sie erst zum Hafenmeister. Эти бумаги помогут нам попасть во двор, но вам нужно раздобыть новое, чтобы попасть на корабль. После того, как вы саботируете грузовой корабль, встретитесь со мной на слободке. Понятно. Что у вас здесь? Значит, сюда. Egal, was Sie davon halten, Ihr Verhalten. Видишь? Sie sind hier wegen neuer Papiere? Dann zeigen Sie mir doch zuerst mal Ihren Ausweis. Danke sehr. Eine Sekunde bitte. Was ist denn hier los? Sie stehen nicht auf der Liste. Ich habe... Sorry. Блин. Sie sind hier wegen neuer Papiere? Danke sehr. Eine Sekunde bitte. Я отсюда могу посюда? Понятненько. Так. Ihre Papiere bitte. Na? Sieht in Ordnung aus. Gehen Sie an den Platz. Могу проходить. Это хорошо. Danke. Спасибо. Ой-ой-ой, что будет? Zeigen Sie mir bitte Ihre Papiere. War mein Fehler.
вот так вот, значит, все. Was ist denn? Sie haben hier nichts zu suchen. Verschwinden Sie! Was ist denn? Sie haben hier nichts zu suchen. Verschwinden Sie! Was ist denn? Sie haben hier nichts zu suchen. Verschwinden Sie! Где то автоматика? Это что-то не сохранил. Блин, так дела не делаются. Кругами. Ах,
Ну, вроде неплохо. А, вот, все понял, как это. Это надо вот так сделать. Правильно, да?
А, нет, нет. Туда правильно, куда пришло, туда. Да, пипец. Ой. Спокойненько. Вон там, да? Опа. А дальше где? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я знаю, что вы здесь. Ой, куда ты убежал? Ладно. Ну как-то обошли что-то дело, да? Автомат взял. Сейчас. Вот так. Вроде неплохо. Я, по крайней мере, доволен остался. Вау, у меня что-то тут есть. Ой. Я вас умоляю, там нет.
по помещению только походить, это зачищать. Простите, mein Freund, нам придется бросить грузовик и бежать отсюда пешком. Ничего страшного. Кто там? Нет. Спокойно. Ну-ка, давай-ка. Вот так попробуем. Сейчас они все будут вблизи выползать. Правильно я понимаю? Выйдем отсюда пока. Ладно. Вот так вот. Маленько по-другому тогда. Враг прямо перед нами. Принцы прямо впереди. Впереди противник. Да, я знаю, что впереди противник. Подожди маленько. Немцы прямо впереди. Дай-ка мне. Враги, прямо впереди. Немцы прямо впереди. Это мы знаем.
Подожди, я что-то не понял, что сзади что ли стрелять? Так, минутку. Подожди маленечко. Бичо, подожди. Schnell, schnell. Вот так. Блин. Хорошо, вперед. Задача была выполнена. 7 жизней. А. Миссия выполнена. Это что, одна миссия была или что, или все? Или я игру прошел? Ну. Это хроники? Немцы. А что это? Твари такие фашисты. Да. Страшно, очень страшно. Опа. Зацепил. Полетел. Охренеть они. Вот они и мудрили-то. Так, что мне сейчас? Лететь на чем-то надо? 10 июля 43-го года. Где-то над Сицилией. Взгляните, какой туман. Так. Отличная ночь, чтобы опуститься на Сицилию. Ориентироваться при такой погоде трудновато. Просто приведите нас поближе к острову. Остальное сделаю я. Похоже, мы спустимся туда очень скоро. Готов к отделению. Вас понял, отделение готово. Господи, у меня там... Привет. Выпускаю, сейчас. Удачи вам на земле. Да, у нас давай. Все чисто, 2-4. Ну, мы видим. Вас понял, сэр, десантники полностью готовы. Номер машины. Лети давай. Cipitato qui! Dove? Un fuoco! Ну, давайте посмотрим, куда это меня занесло. Подожди.
А теперь и я отойду. Красивенько. Так, дайте мне автомат. Блин, там дай мне не автомат. Ладно. Я запомню, как вы со мной обращались. Из чего ты там стрелял по мне так? Охренеть. Ладно, понимаем. Еще пулемет был. Так. Охренеть, охренеть. Охренеть, я фонарить. Что у меня по жизни напряг какой-то жизни. Yeah.
тихо. Блин. Ладно. Кто-то спускается по этому маршруту, Бейкер. Живо за эту пушку и уничтожить его. Будете защищать до последнего? Ну, пожалуйста. Так. Смотрим. Блин, там. Ну, основная миссия пока еще не выполнена. Подождите. Ребятушки, сванятушки. Блин, что-то подбили они. Откуда прожектор светит? Ну, хренат, я что-то... Фермателло!
сюда. Давай, 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 давай. Надеюсь, он что-то хорошее. Ал-атака! Американо! Так, ладно. Вот так. Смотрите, а как мне отсюда-то вылазить? Я уверен, что было по-другому как. Остался. Охренеть, кто-то остался. Кто-то остался. Здесь вот бутылёк видел. Так. Могли бы и бонус какой-нибудь подать. Клево, что винтовка не перезаряжается. Винтовочных патронов. Не стреляйте, не стреляйте, скорее сюда. Куда? Ага. А чего мне не помогли? Сержант Бейкер, рад видеть, что у вас все получилось. Погодите, это еще что? Берегись!
была выполнена. Отличная работа, Бейкер. Уничтожьте этот 88-й и уходим отсюда. Уничтожил. Фу, блин. По воде. Хорошо, Бейкер, у нас по всей этой области есть цели, которые нужно сбить. Нашей целью является аэродром в Кальтагероне. Седьмая армия Пэттона приземляется, и мы должны держать Люфтваффе от них подальше. Немцы будут ожидать какого-то удара, поэтому они будут патрулировать дорогу. Мы на заднем дворе, поэтому постарайтесь, чтобы вас не заметили. Пора выдвигаться. Пора? Ну, пора, значит, выдвигаемся, чё? Охренеть. Внимательнее. Уничтожено. А у меня что? Даже не снайперская. Зажили. Как не стыдно вам. За говно дал мне оружие. Хрен кого убьет. Пользуйтесь своей взрывчаткой и взорвите эту башню связи. На. Охренеть, ничего без меня не может. Давай. Бейкер, хватаем этот джип и мчимся на аэродром. Хватаем, хватаем. Выйти.
держитесь! Да где я? Я так и знал. Хрен ли там 8 жизней осталось. Аэродром. Я буду патрулировать периметр на предмет подкреплений. А вы проникайте внутрь, саботируйте столько истребителей, сколько сможете, и включайте воздушную тревогу. Понятно. После этого британцы подберут вас за диспетчерской вышкой. Вот, возьмите, вам это пригодится. Что это? Ну, наконец. Это... Винтовка. Духовушка, блин. Саботируйте, как сможете. Удачно иду. Заблокировать итальянские истребители, 4 осталось, ага. Можно было по-тихому пройти. Так, сейчас минутку.
Идем потихонечку. Я не вижу еще, чтобы там кто-то вообще был. Придется, значит. Неплохо. Все-таки он там есть. Как он саботируется. Все. Осталось 3. Он же должен был. Но мы пойдем другим путем, правильно? Да, хуйня. Он без прожектора, ты тоже видишь. Он тут развернулся. Какую подачу он там. Кто-то где-то что-то чего-то сказал, да? Ладно. Oh!
Вот так. Давай. Ну, сидит и никуда не делает. То есть он делает, но не охраняет. Деньги и три фрица. А сюда пройти. А вот теперь. Хрена, это получается, сейчас вот свои соседи тут стрелял и хоть бы кто-нибудь почесался. Так, а тут, кстати, вот она. Ну-ка, тихо. Давай. Они уже все равно знают, что я здесь. Ну хрена, вы прыгаете. Ой, у меня этих-то патронов мало осталось. Это что такое? Сигарета. У меня патроны, то куда ты делись? А, вон он. Последний самолетик. Вон там человечек возле него. Сидилов!
Так, у меня вообще что-то есть здесь. Давайте-ка я посмотрю. Может, где-нибудь, вот здесь, а вот, найду себе припасы. Патроны. На вышку никак не забраться. Долго шел. Понял, сейчас вот сюда надо подняться будет. Есть. Господи, ну наконец-то патроны. На. Все не так. Запрыгивай, дружище. Остальная часть 82-й десантной занялась немецкой бронетанковой дивизией. Они пытаются остановить их и не дать дойти до союзников Геля. Мы уже в пути и готовы протянуть руку помощи. Задача была выполнена. Что, блин, стоит кто-то? Вот дело рук моих. Повреждения, такие и те же результаты разные. Эх, что бы вы без меня делали? Войну выиграл-то я вам. Это
танковая дивизия направляется прямо к ним, и поэтому им понадобится вся огневая мощь, которая будет доступна. Я оставил несколько позуг неподалеку от этого планера. Тысяча чертей! Не понимаю, зачем ты в дом так строишь. Ладно. Пойдем, пойдем. Вот, ты меня ведешь вот только. Подожди, я думал, это вообще винтовка, это автомат. Все, понял. Где ты, Чепушила? Вот так вот. Какой я молодец. В машину, правда, не сесть. Что тут есть? Пойдем. О, какая-то граната странная. Вот так вот. Давай.
Вот и все. Ферма l'americano! И нету дела. All'attacco! Fermatelo! Так. Рады снова видеть лица друзей. Мы пытаемся зачистить этот город, но у нас закончились подкрепления, должны прибыть в любую минуту, но нам пригодилась бы всякая возможная помощь. Берегись! Вот это наши ребята, вперед! Да подожди, вперед! Вперед! Где воюете? Так. Тут ничем помочь не надо. Спускаемся. Мать твою, блин. Что за лабиринт? Ни хрена не понимаю. Он меня должен был закрывать, да, по идее? Но его убили. Так.
Охренеть, я-то вас не вижу. Подождите, твари. Где ты? Вот теперь смотрим. Так, ладно. Падла. Эх, если бы я мог пройти здесь, перепрыгнуть, я бы вас всех бы расстрелял. Вон они, суки, даже не помогли нисколько. Сержант, приятно вас видеть. Мы тут готовимся к своему большому прорыву в город. Вы с нами? Это вы со мной. Высокого разрешения вышли. Вы выстреляете. Это все из-за теней, наверное, тут. Так, ладно. Заходим в дома и смотрим, что тут есть. Вот аптечка есть. Надо было вот так вот. Иначе. Ладно. Выжили и хорошо. Давай, пошли. Ничего. Вы-то что за мной ходите?
Идите своей дорогой. Fermate l'americano! Uccidetelo! Ноги. Вот так. Что, в рукопашку что-то бьется? Давай. Забили их, так и надо. Ой-ой-ой, дам. Делов, делов, делов у нас. Мать мужчин. У меня так хорошо отстрелил. Где бы аптечку взять? Есть аптечка? Нет. Понять, оттуда он не идти или посюда выйти. Давай в огород заглянем. Могли бы что-нибудь подсуетиться, да положить сюда пришку. Ага, не перепрыгивают. Давай. Да хрен там. Ладно, пойдем. Отходить. Пафик нету, бинокля нету. У меня в пустыне-то не было вот такого оружия. Дали какое-то там говно, винтовку какую-то. Хрен кого убьешь. Для пацифистов каких-то. Сюда. Взять под контроль деревню. Это тоже часть деревни.
если эти танки пробьются в город, тогда нам крышка. Остановите это нападение. Отлично сработано, сержант, хотя мы были на волосок от смерти. Давайте сообщим в штаб и уберемся отсюда. На нашу долю выпало много месяцев борьбы и страданий. Но мы не сдадимся. Со всеми силами, которые у нас есть, мы будем бороться против тирании.
чтобы не дать ей места в истории человечества. Это наша политика. Мы идем к цели с одним словом на устах. Победа. Победа любой ценой. Я повторяю, любой ценой мы одержим победу. Я уверен, что мы добьемся своей цели, поскольку мы вместе. Нас связывают единые узы и стремления. Подумайте над этим. Как я сказал, единые узы и стремления. Мы положим конец кровопролитиям, слезам и страданиям. Да. 12 января 1944 года. Монте-Кассино. Британский штаб впереди где-то, в половине щелчка отсюда. Похоже, им сейчас тоже не одиноко. Что бы ни задумали эти фрицы, это не к добру. Вот так вот. Я не понял, кто меня там хреначит. Такого расстояния. Да, тварь такая. Так. Передать данные. Так, спокойно, спокойно.
Приятно вас видеть, сержант Бейкер. Атака на Монте-Кассино сдержана, американские и британские войска отступают, чтобы перегруппироваться. Однако у нас есть группа, которая попала в ловушку под вражеским огнем. Некоторые из них ранены. Возьмите с собой медика и попробуйте вытащить этих ковбоев из огня. Здорово. Осторожнее! Вон там! Огонь! Аккуратней! Берегись, Дени! Осторожно! Осторожно! Готов, жду ваших указаний, сержант. Танк уже на точке, чтобы обеспечить вашу безопасность. Мы заедем в город, насколько сможем далеко. По всей области полно немцев, поэтому используйте этот пулемет с умом. Прикройте наши спины, пока я помогу этому солдату. Это я не понимаю, тут как-то другая, что ли, еще есть особенность. Спину, пока я помогу этому солдату.
Давай снайпера оставлю. Я бы их еще видел бы. Я вижу британцев. Похоже, им пришлось туговато. Прикройте нас, мы собираемся пробиться к ним. Подожди. Пробиться. Винтовочные патроны, значит, да? Ну, давай, посмотрим. Патронов к автомату есть. Наконец-то. Охренеть. Вы меня так с говном сидите. Забрать боеприпасы с хранилища. Ладно, заберем. Только перед этим подожди. Говно. Самое время, ребята. В этом здании слева есть немного боеприпасов. Забегите туда и принесите нам немного, чтобы мы выбрались отсюда. А сами-то чё? Шельма. Курва. Вот Hinter nehmen! Ich will!
Понятно. А что это за хрень такая? Ну, вроде действует. Так, сопроводить раненых. Пилюльки меня подлатают. Некоторые ранены в плохом состоянии. Если они все еще живы, им пригодится наша помощь. Идите по этой дороге туда, где произошел самый тяжелый бой. Осторожней! Задача была выполнена. Продолжить. Поступают отчеты о разрозненных силах союзников по всему городу. Мы должны прочесать этот район и удостовериться в том, что мы никого не оставили позади. Пора выдвигаться. Понятно. Я не знаю. Запахали. Вот тут. Стойте, спускайтесь медленно. Какое облегчение вас видеть, джентльмены. У нас тут есть человек тяжелый. Так. Я уже забыл, что... Ага. Этот парень попал в переделку, я должен доставить его обратно в штаб. Сержант, мы не можем пока возвращаться. Лучше в городе есть еще пропавшие солдаты. Вам придется идти без меня, эти ребята помогут вам найти остальных пропавших парней. Желаю удачи. Ну что еще? Это что такое, танк? Держи пониже голову, дружище. Раз. Получи. Охренеть, я тебя расстрелял. Осторожно! Они там!
Что, ждет, когда я спущу? Перезаряжаюсь. Я могу тоже не подкинули. Внимательно. Понятненько. Мне бы припасы. Еще один должен быть. Это я что взял? Автомат, ну слава. Так, ладно. Наконец-то лицо, товарищи. Иди дальше по этой дороге, и ты найдешь остальную часть нашего отряда. Наконец-то лицо, товарищи. Иди дальше по этой дороге, и ты найдешь остальную часть нашего отряда. Okay.
Прекрасненько. Кузнечик. Давай. Вот она. Обстановка похожа, как в коллапсе. Похоже, похоже. Бахат по ней. Не хотят меня подпускать. Подожди. Все узнали, предвидели, да? Охренеть. Ну-ка. Мы по-другому сделаем. Не так, не туда, не туда. Thank you.
не хочет значит. Надеюсь, это был ты. Танк мой, а танк взорвал же. Интересно, я тут по 4 штуки в ряд. Кого нету? Спасибо, это было близко. Где-то в полумиле отсюда есть немецкий лагерь. Пошел ты нахрен. Некоторые из моих ребят до сих пор там сидят в заключении, но я найду способ выбраться из этой богом проклятой дыры. Приглядывай за мной. Некоторые из моих ребят до сих пор там сидят в заключении, но я найду способ выбраться из этой богом проклятой дыры. Вот так. Приглядывай за мной. И что мне с тобой приглядывать? Да?
Так. Где? Помарали. Опа. Чуть не попал. Автомат, потом он наконец-то. Давай. Надо мне сейчас не до автомата. Охренеть. Потихо. Убит. А ты меня кошмарил. На твою мать. Что у нас осталось? Тоже винтовушка-то нахуй надо, чтобы попасть умудриться. Где-то с такого расстояния попадаю. А я выёживаюсь. Вообще прилёг. Эй, сюда, наверх!
Подожди. Да, наверное. А, понятно, что не то. Подождите, я не для этого посидел. Давайте поменяем. Где хоть одна аптечка? Кто-нибудь. Кроме неприятностей, еще что-нибудь есть? Мне кажется, вот это надо пахнуть. Аптечка есть. Ну давай, смотрим теперь. Вот у нас что-то охранял. Как по мапу. Уже лучше. Пойдем. Пошли, что встали. Слава богу, я уж думал, что мы отсюда никогда не выберемся. А вот и наша тачка. Прикрой. Входим. Давай, вперед! Скорее! Слава богу, я уж думал, что мы отсюда никогда не выберемся. А вот и наша тачка, прикройте меня. Хорошо, я пошел. Вперед, скорее. Давай, вперед! Давай, вперед!
был убит, военнопленный был убит. Твою мать, а как мне? Давай, вперед! Давай, вперед! Давай. Вперед, скорее! Кто по нему стрелял? Сработано, сержант. Пригните голову пониже, ребята. Я вывожу вас отсюда подальше. Я не хотел подстрелить, да не получается. Как раз не подстрелили. января 1944 года в Италии. Бейкер, это Кинг 6. Мы... Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!